На нашей планете существует большое разнообразие форм странных и непонятных сооружений – дольменов. Вот уже долгие годы ученые и энтузиасты ломают голову над тем, для чего же служили эти нехитрые с виду постройки. В этом выпуске мы с вами попробуем ответить на некоторые вопросы, которые, возможно, помогут нам дать точный ответ на тайну их строительства. Для чего же древние строили эти незамысловатые сооружения из камней? Давайте разбираться. А перед началом, друзья, я бы хотел рассказать вам о моем новом проекте, не связанном с историей – «Разумный человек». Переходите по ссылке в описании, и если вам понравится, то смело подписывайтесь, будет интересно. Итак, дольмены – это сооруженные из крупных каменных блоков строения неизвестного предназначения. На сегодняшний день их насчитывают тысячи, то есть сохранилось их довольно много. Версий их предназначения тоже немало. На Кавказе считают, что их строили карлики. Уфологи, что их строила внеземная цивилизация. Ученые выдвигают лишь гипотезы. Древние возводили эти дольмены из блоков кварцевого песчаника. В среднем вес сооружения составляет от 15 до 30 тонн. То есть вес немаленький. Например, на территории Западного Кавказа было обнаружено около 3000 дольменов. Но тогда должны были быть огромные каменоломни. Поблизости их не было обнаружено. Если их не было поблизости, тогда как огромные многотонные каменные блоки доставлялись к месту постройки, причем при отсутствии дорог, пригодных для перевозки тяжелых грузов? И главный вопрос – как они рассчитывали параметры плит при постройке? Все блоки не имеют четкой ровной поверхности. Как их могли соединить так, что все камни плотно прилегают друг к другу? Места стыков прилегают намертво. Если разобраться, то это не примитивные, а очень сложные сооружения, для которых в наше время понадобился бы проект. Но сейчас нас интересует именно предназначение, а не метод постройки. Для начала нужно понимать, что дольменов великое множество. Есть как и составные, выстроенные из нескольких или множества блоков, так и монолитные. Есть большие и маленькие. Разные технологии строительства. Идеально ровные полы, пол и потолок. Толщина блоков от 20 до 30 сантиметров. При раскопках также были найдены грибообразные пробки для отверстий дольменов. Все эти факты должны быть нами учтены при выдвижении версий о предназначении дольменов. Итак, версия с гробницами сразу отпадает, так как в маленькое отверстие тело не просунешь, а ложить через верх, накрывать крышкой, а потом сверлить отверстие и затыкать пробкой – это звучит просто бессмысленно. Есть довольно рациональная и очень правдоподобная версия. Она связана с набором воды. Якобы в отверстие вставлялась некая трубка и нагревалась. Нагретый воздух попадал в дольмен, соприкасался с холодной поверхностью и образовывался конденсат. Затем он стекал внутрь, и его набиралось так много, что приходилось затыкать пробкой. В дальнейшем эту воду и пили. Очень интересная версия, но есть одно «но». А именно технология. Технология постройки. Сейчас объясню. Если человек мог за десятки километров бездорожья добыть, обработать и каким-то образом притащить многотонный каменный блок, затем соорудить столь сложный механизм, то неужели он не мог догадаться поселиться хотя бы у реки? А если был неграмотен, то как соорудил и притащил? Пил бы росу? Нестыковочка. В общем, версия с гидрогенераторами звучит, мягко говоря, немного странно. И сейчас мы с вами в этом убедимся. Это дольмен Куэва де Менга, крупнейший из дольменов Европы. Глубина дольмена 25 метров, ширина 5 метров, высота 4 метра. Он состоит из 32 каменных блоков, крупнейший из которых весит около 180 тонн. И вот представьте, какую трубку
и как нужно нагревать, чтобы заполнить его водой. Причем сначала же нужно все это соорудить, на это мозгов хватило, а на водичке попить нет. Но, к слову, тут есть и другая проблема. Когда дольмен открыли и начали исследовать в 19 веке, археологи обнаружили внутри скелеты нескольких сот человек. Так это была гробница? Но гробницы мы отменили сразу. Что, маленькие для детей, большие для взрослых? Но почему тогда в маленьких никого не обнаружено? Загадка. Вот еще одна гипотеза. Дольмены использовались для получения волновой звуковой энергии Земли. Назначение дольменов – это создание низкочастотных, генно-модулированных звуковых полей. Варианты использования этой энергии различны. Но тогда в большой дольмен могли просто положить тела неких неугодных, например, при перевороте или еще каком противозаконном действии. Получается, это не гробница. Вообще тут много неясностей. С одной стороны, многотонные каменные плиты из различных материалов. С другой, строителей, которые якобы не знали стали. Тем не менее, официальная наука говорит о том, что эти плиты вытесывались каким-то образом и перемещались порой на многие десятки километров при весе, иногда превышающем вес груженого КАМАЗа. Но, возможно, многотонные каменные блоки все же не высекались и не транспортировались на десятки километров, а заливались тут же, на месте, из песчано-цементной смеси. Но опять же, зная такие способы, зачем строить резервуар для воды? Да и как заливать раствор, если воды еще нет, а гробницами дольмены вряд ли были. Везде один диссонанс. К слову, на сегодняшний день в мире выявлено около 9000 дольменов. Они встречаются в Англии и Франции, Болгарии и Турции, в средиземноморских странах, на Корсике и Мальте, а также в Индии, Палестине и Северной Корее. Повторюсь, версий довольно много, и все они по-своему хороши. Но я же думаю, что дольмены все же служили немного другим целям. На мой взгляд, они служили неким устройством для передачи информации между людьми. Когда дольмен не использовался, то он закупоривался специальной пробкой и ничего не передавал. Когда кому-то нужно было передать информацию на большое расстояние, то крышка снималась и дольмен был готов к работе. Сам принцип пока непонятен, но на мой взгляд, все было именно так, потому как большая площадь, Россия и вся Европа буквально покрыты сетью этих в кавычках станций. С большим дольменом отдельная история. Так как там не было найдено ни одной камеры, а тела просто свалены в кучу, совершенно очевидно, что его просто использовали для складирования. Изначально он выполнял совсем другую функцию. Возможно, это был просто огромный приемник информации от станций поменьше. Но вот сам принцип, повторюсь, мне пока непонятен. Но совершенно очевидно, что это довольно удобная система. Любой путник мог связаться, например, с селением и передать какую-либо информацию. Я думаю, истинный принцип работы этих устройств нам еще предстоит узнать. Но совершенно очевидно, что это не резервуары для воды и не гробницы. Это явно технологические объекты и, скорее всего, для передачи какой-либо информации. И нужно понимать, что примитивное, на наш современный взгляд, может оказаться намного технологичнее и точнее. Просто работающее совсем по другому принципу. Не стоит считать, что если что-то построенное из камня и к нашему времени обветшавшее, менее технологичнее, чем современное. Ну а на этом у меня все, друзья. Как всегда, с вами был Сергей Погорелов. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, дизлайки, если не понравилось, оставляйте свои комментарии и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще немало интересного.